могу ли я дать вам рекомендации, чем лечить? Конечно, могу. У нас есть спрей, он называется артраминовый. Берете этот спрей и каждый день брызгаете на руки артраминовым спреем. Второе. Используйте мою мазь варикозиновая и мой препарат, который называется легка хода. Используйте легка хода по 2 таблетки 3 раза в день, варикозиновую мазь один раз хотя бы в вечернее время. Когда у человека появляется варикоз, это говорит о астении или вазоконстрикции сосудов, вен. То есть это по-другому по-русски звучит как расслабление мышечной мускулатуры, самой венозной сетки, стенки, вернее, что необходимо делать. Очень поможет нестандартные пути решения данного вопроса. Это применение продуктов питания с высоким содержанием азота. Это редис, это капуста, это печень любого животного. Также я рекомендую использовать препараты, которые могут привести к сжатию сосудов и улучшению общей работы. Это, допустим, препараты, которые стимулируют выделение азота. Это из моей компании препарат мускус, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Также необходимо знать, что повышение глюкозы в крови, повышение инсулина при сахарном диабете второго типа, это все в дальнейшем может приводить к появлению вот таких варикозов. Для того, чтобы устранить, я рекомендую использовать рутин препарат, 1 таблетка 2 раза в день, препарат альфа-липоевая кислота по 1 таблетке 2 раза в день. Легкохода, я уже сказал об этом препарате. Из медицинских препаратов можно принимать аналоги, более дешевые препараты Виагры, 1 таблетка или пол таблетки 1-2 раза в день. Улучшит общее состояние сердца. Не рекомендую людям, у которых очень высокое давление. Убрать глюкозу из рациона питания, максимально устранить употребление сладкой пищи. Это все в комплексе поможет.